Ну, истинно кубковая игра, игра на кону выход в финал. Такие игры, как правило, зрелищными не бывают, потому что обе команды на результат играют. Много было, скажем так, борьбы, неплохие отрезки у них были, и у нас по содержанию, по контролю мяча. Ну, таких явно голевых ситуаций, что у них, что у нас, не было. Там со стандартов там такие полумоменты. Ну, собственно, гол-то со стандарта и пришел, и Никита исполнил хорошо пенальти. В принципе, все шло уже к пенальти. Второй тайм мы немножко посвежее выглядели. Но это объяснимо, потому что Мордовия немножко позже всех команд начала подготовку с определенными ситуациями у них в клубе, сложившимися. Все. И поэтому второй тайм чувствовалось, что они немножко физически стали садиться. И мы имели и игровое, и территориальное преимущество, которое, собственно, и за счет этого давления мы и добились результата.